Всем привет! И у меня одна есть информация, и очень радостная. Вот послушайте. Миф – это шутка, но на 50% есть. А так его нет. Поднимите. Этого мифа нет. И как же я это докажу? Я проверяла, и он через 2 часа не пришел. Я такая: ай, ладно, фиг с ним. И его нет. Просто-напросто его нет. Нету. И, во-первых, это все было пранк. Но не советую на Европе 2, Европе 3, Европе 1 играть в Fieldcraft. Ну, а так его нет. Просто-напросто он исчез. Да? И вот так вот у нас все. Да, он исчез. И ее нет. И я знаю. И давайте танцевать и радоваться. Вот так. История моя. Пам-пам-пам. И как я это докажу? Во-первых, этот миф может на 50% реальным, а на 1% настоящим. Кстати, как вам баг? Прикол такой. Эй, бро, ты не заметил, что у меня нет лица? Я вот так снимаю, что это типа фильма будет. Ну, фильм навряд ли, как автока бока. Просто такой: эй, бро, ты не знаешь, кто я? Ну, фильм на 50% будет. Ну, так с ней спасибо за просмотр. А, да. После всех, что миф ушел. Да, реально. Он ушел. Ушел. Понятно, ушел. Все, не бойтесь. Играйте как хотите. Всем спасибо за просмотр. Я пошутила. Ну, прощание пошутила. А про миф тоже пошутила. Что? Его? Нет. Все, всем спасибо, всем пока.